Добрый день, дорогие друзья! За последнее время мы получили от вас множество сообщений с вопросом, почему на канале перестали выходить ролики и не произошло ли чего плохого. Действительно, в последние 2 месяца события следуют одно за другим, но, к счастью, это все приятное событие. Мы завершили 7-й сезон в клубе. Совместно с нашими партнерами из Ботанического сада института провели квест по доисторическим растениям. Приняли участие в межрегиональной конференции по экологическому просвещению, где в течение нескольких дней обменивались опытом с коллегами из Сибири и Дальнего Востока. Мы рассказывали о своих наработках и знакомились с тем, что делают наши коллеги из других городов. Кроме этого, мы провели несколько полевых выходов с ребятишками из клуба любителей динозавров и запустили на территории нашего клуба палеонтологический квест под названием «Мамонт, динозавр и чемодан с секретом». И все эти приятные хлопоты совершенно не оставили нам времени для того, чтобы монтировать новые ролики. И самое главное, этим летом исполнилось одно из наших самых заветных желаний – откопать настоящего динозавра. И вот об этом ролик мы сделаем непременно, причем в самое ближайшее время. Так что не отходите далеко от голубых экранов. А на сегодня это все. Всем пока!